Скажи, пожалуйста, зачем тогда твой ребенок дергал людей за руку? Вот так вот. А деньги им зачем отсыпали? В карман, мелочь. Да, мелочь в карман отсыпали. Ну, потому что вы той девочке отдали, которая с вами шла. Чем ты клянешься? Аллахом, Богом на этот раз? Своими дитями клянусь. И что, не попрошайничаем дитями клянешься, да? У нас тоже тут одна была цыганка, она клялась дитями, на 4 года уехала, доклялась. Я своих детей ни на кого не проведу. Ты попрошайничал, я это видела, ребенку ну, давали деньги. Не попрошайничала. Попрошайничала. Можете там, где я была, промотать камеры и смотреть. Мы посмотрим камеры, если выяснится, что твой ребенок брал деньги. Хорошо. А в мечеть ты зачем шла? Я не в мечеть, я что ты шла. Подруги в пятницу, да, до 2 дня ты шла, да? А какого 2 дней? На намаз ты шла. И платок одела, а-ля муслимка. Кому ты врешь? Я видела, твой ребенок брал деньги. Он не брал. Брал. Я за это отвечаю, что он не брал. Как а ты будешь отвечать? Ты будешь отвечать за то, что твой ребенок брал деньги. Ты будешь отвечать. Конечно, это мой ребенок, я за него отвечаю. Готовься. Смотрит и хоть в глаза.